Дорогие ребята, в это воскресенье мы с вами услышим в храме отрывок из Евангелия от Луки. Послушайте его. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». Начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар валов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу пройти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избран». А теперь послушайте толкование. Все мы были на праздниках и сами приглашали гостей к себе домой. Помните, как долго нужно готовиться к такому празднику? Сколько сил нужно, чтобы всех угостить, а потом порадовать, повеселить. Зато праздники надолго запоминаются. А особенно приятно получать на таких праздниках подарки. Наша жизнь с Богом будет очень большим праздником, который никогда не закончится. В Царстве Бога будет очень радостно, для всех будет очень много подарков. А дорога в Царство Божие начинается в храме. Туда Бог зовет нас. В храме начинается праздник. Мы почищаемся. Бог дарит нам самого себя. И вместе с Богом в наших душах появляется доброта. Это тоже подарок Бога. Некоторым людям кажется, что у них есть более важные занятия. Они знают про Бога и вечную жизнь. Но каждый раз, когда Бог ждет их, они начинают заниматься другими вещами. Но что может быть важнее любви к Богу? Дорогие ребята, не бываем ли мы похожи на этих людей? Бывает, что нам хочется поспать вместо того, чтобы идти в храм. Или играем так долго вечером, что потом нету сил помолиться. А как будет хорошо, если чтение Евангелия мы полюбим больше, чем мультики? Давайте будем стараться откликнуться на приглашение Бога и попасть на праздник в Царство Божие.